Отчетный период, что, когда сдаем, как не попасть на штрафы. Привет, меня зовут Екатерина Бутурова, и вы находитесь на канале Юрвиста. Сегодня поговорим про бухгалтерию, что и когда нужно сдавать, чтобы не попасть на штрафы. Налоговое законодательство постоянно меняется, а появление единого налогового счета многим только прибавило головной боли. Соблюдаем сроки уплаты налогов. С этого года в календаре бухгалтера появилась новая дата X – 25 число каждого месяца следующего за отчетным. Нужно сдать все отчеты. Пройдемся по основным налогам и отчетам. Первое. Декларация по налогу на прибыль. Подается один раз в квартал. За 9 прошедших месяцев года с января по сентябрь нужно было подать до 25 октября. Надеюсь, что все успели. Второе. Декларация по НДС. Подается один раз в квартал. За прошлый надо было сдать до 25 октября. Третье. Декларация по НДС «Импорт из ЕАЭС». Подается по мере ввоза товаров из ЕАЭС. Декларацию необходимо предоставить до 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза. Четвертое. Единая упрощенная декларация. Этот отчет могут подавать налогоплательщики на общем и упрощенном режимах, а также на едином сельскохозналоге. Еще ограничения для ООО и ИП по применению этой декларации. Не должно быть никакой активности по счетам и кассе. Не должно быть объектов, по которым начисляются налоги. Если была прибыль или хоть какие-то операции, например, выдали зарплату или оплатили коммуналку, все, единой упрощенной декларации пользоваться нельзя. Пятое. Декларация по УСН для ООО и ИП подается за прошедший год. У компании срок до 25 марта 2024 года. У индивидуальных предпринимателей срок чуть больше – до 25 апреля 2024 года. Шестое. Декларация по имуществу для ООО подается раз в год до 25 марта года следующего за отчетным. Седьмое. Три НДФЛ для ИП на общей системе налогообложения. Срок подачи до 30 апреля года следующего за отчетным. Мы как никто понимаем, что разобраться в налогах и отчетах непросто, а штрафы приходят в кошмарных снах и бухгалтерам, и предпринимателям. Если это про вас, записывайтесь на консультацию к специалистам-юрвистам. Разберемся вместе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новые интересные видео. До встречи!